Пускаем рады. Доброе утро, настроение боевое, все счастливы. Особенно тот малец. Денсик, Джимми, денсик. А чё, какой веселый, крутой чувачок. И с вами мастер Рема. Я приехал в Чепорский порт. Привез целый пакет ништяков. Для чего? Для того, чтобы закинуть их одному интереснейшему человеку, которого мы сейчас встретим. Вот он, футсолджер, сидит. На службе, блин. В дозоре. Здорово, брат, Володь. Как дела, как настроение? Здесь в Гуа сейчас наступает жара. Гуляю я вчера по скалам и неожиданно вижу палатку. Стоит палатка, какой-то мужик слушает аудиокнигу, прислушиваюсь, блин, говорит на русском. Подхожу общаться, и он говорит: слушай, брат, я вообще американец. Я приехал сюда в Индию, потому что в Америке жить, ну, как бы уже ни с руки, ни с подручно, невыносимо. И я хочу сделать пешком кругосветку. Ну, не тупо совсем пешком, там, конечно, пользуются какими-то иногда автобусами. Привет. Я понял, брат, поэтому я и пришел. И меня прям прорубило. Это же то, о чем первый раз, когда я приехал сюда, в Индию, 17 лет назад я разговаривал со своим корешем-шаманом о том, как мы будем бродить на минималках, ночевать в палатках, пройдем весь мир, забьем на все, высчитывали, сколько граммов должен быть багаж за твоей спиной, как ты сможешь ли ты пройти, в какие страны нужна виза. Этого так и не случилось. И вдруг я вижу человека, который в свои годы, он скажет, сколько ему лет, он вдруг начинает реализовывать ту давнюю мою мечту. Тащу я там подушку, ништяков, апельсинов, конфеток, потому что я сказал, что сегодня у нас в храме кормят бесплатно, просад, но это, оказывается, не сегодня, а будет завтра. Поэтому я и пришел, потому что дезинформировал я тебя. Завтра, в понедельник. Ошибся я с днем. Завтра он покушает, сегодня еды для него не будет. Пробираемся мимо пещерного храма, его тут восстанавливают ребята. А на той стороне, уже через нашу реку, уже Моджим. Ом намах Шивая, а тем, кто ложится спать. Хотите послушать, как там красиво, как там здорово, вкусно? Вот. Чик. Человек делает, убирается, красит. Мантра там поет практически постоянно. Там жил наш просветленный чепорский баба, которому завтра мы пойдем на просад в храм. Наши люди очень уважают, готовят каждый понедельник, и как раз подтянется американский бродяга. Да, я вижу, он идет в море, зашел, принимает там ванну, а жилье его вот здесь под навесом. Историю этого жилья, наверное, он нам сейчас поведает. Я, конечно, не знаю, как он отнесется к этой идее, но у меня в голове название ролика: русский, эмигрировавший в Америку, покидает ее, чтобы стать бездомным бродягой в Индии. Ну, каково вам, ребят? Мощный, да, заголовочек? А ведь это правда. Брат, ты в трусах своих супер... Я называю это пляжный шорт, это не трусы. Между прочим, они хаки, потому что ты взял Food Soldier, у тебя никнейм. Эта палатка для одного человека супер облегченная, с ней именно нужно ходить пешком. И я не ошибся, у тебя идея была, чтобы вес был минимальный. Совершенно правильно. Первое, да, я не хочу таскать на своем горбу многие килограммы, мне это ни к чему, и не весело ходить, когда за тобой. Само собой. Чем легче, тем веселее. Володь, смотри, как ты оказался вот именно в этом месте? Ты с местными поговорил? Нет, я просто иду от Арамболя пешком по пляжам. Вот я обалдеть. Вот так вот прошел. И уже на исходе 7-го часа ходьбы. Уже по темникам получается. Я еле живой был. И я шел к первому месту, где ближе всего, ну, водичка. Да, пляж. Я даже не знал, что здесь нет пляжа. Тут как бы. Ну да, тут ребята, вы сами видите, здесь немножко каменюки. И вот я сюда пришел, упал, потому что выдохся весь. Поставил сначала вот там 2 дня жил, потом пришел. Прям на скалы, на камни? Нет, под камни. На песочке. Да. Но вот здесь. Через 2 дня меня залило. Ну, прибой был большой, по 2,5 метра. Ага. И я вот перебрался сюда. Через 3 дня пришел хозяин. Он посмотрел на меня, вот этого заведения. Ага. И разрешил мне жить, сказал: живи сколько хочешь, все свободно, без денег, без ничего, нормально. Ну, я живу, отдаю дань, как бы чищу немного пляж. Так, я видел, вон там, ребят, потом мы посмотрим. Вот этот мусор. Не весь, не весь. Не весь, но хотя бы частично, да, ты, да, принял участие. Да, да. Огонь. Я, как бы, вначале...
Смотрите, ребят, на самом деле, как бы, да Володя не готовился, и он не специалист. И поэтому первый раз ты в Юго-Восточной Азии. Да. Вырвался из Америки, брат. Да. И вот уже те страны, которые он посетил. Америку он посетил, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и Индия. Сейчас мы в Индии, в Го. Стафа немного. Вон я брату принес обоссанную, ну не обоссанную, дожди, подушку, пару витаминов, потому что... Для нас все хорошо. Да, он здесь временно, через несколько дней. Следующий, кому ты хочешь попасть, святому? Садгуру. Ты до Садгуру хочешь пешком в Тамил-Наду дойти? Не совсем пешком, но Гоа я хочу пройти пешком, пляж Гоа посмотреть. Вот такая бомбита, ребят. Конечно, интересно еще снимать про американцев, потому что про наших пацанов, которые там в джунглях Харамболе выживают, ну это понятно, ситуация такая, да и нашим выживать как бы понятно и легко, у нас вся жизнь там о выживании. А вот американец, который решает забить на все комфорты и начать бродить по совершенно другим странам третьего мира, вот это мне эмоционально-психологический портрет этого человека очень интересен. Ребят, конечно, я позвал Володю домой немножко, чтобы покушать, перекусить, чайка попить. Мы, ребята, восточные, гостеприимные. Вот сейчас, может, покажу домик, он сравнит, что в Америке, как мы тут в Индии живем, гуанцы. Здесь параши, все как положено в Индии, наши серферские доски. Это пальма, это не пальма, доска. Ну, давай. Творческий беспорядок. Классный творческий беспорядок. Заходите, мы только с пляжа, с Неха. Заходи, брат, скидывай тапки. Как в лучших общежитиях. Прикинь. Я имею в виду, когда ты 20-летний. Да. Если вот это все, ты просто счастлив. Именно, об этом и речь. И смотри, это вообще и мой кабинет, и это и мой салон. Я тут, если какая-то у меня активити есть, это все, люди приходят сюда, делается. Посмотри, зайди в хату. Вот так. Старые хиппи-гуанцы живут в таком раскладе. Слушай, ну у тебя объем. Я люблю, когда потолка нету. То есть это вообще супер объем. Да, ну понимаешь, смотри, португальская крыша, это когда здесь жара наступает, да, здесь есть сквознячок, здесь есть гамачок, здесь есть, короче, став. Раньше я тут жил один, ну появляется женщина, сразу какие-то котята там, что-то, шмот. Вот, и, конечно, москитка. Да, полу живем. Ну, супер уютно. Ну, вот так, брат. Кухня такая интересная. Это же кухня-студио, на самом деле. Да, комната-студио. Называется студия, я в такой жил. О, что-то даже нам Володя принял. Кто это такие? Это же финики. А, дейцы? Финики? Обалдеть. Вот что клянчила Снеха у меня из Дубаев. И вот, do you remember you ask about Dubai? У вас наверху в магазине. А вот они пришли. Да. Ай, напоролся? Ты ее сам сделал? Вот так вот, пацаны, смотрите. С чего все началось, что я сказал. Володя спрашивает, а что ты босиком хочешь? Я говорю, да я ниндзя, черепах, суперхак, босикохождение, потому что я стою на доске с гвоздями. И тут же после... А я на аппликатор Кузнецова говорю, он говорит, да. Там гвозди настоящие. И тут же разношу в течение часа эти все пальцы. Ну это реально, да, гвозди, да, если да. Что, можешь... Нет. Язык не... ложить, да, нет. Ложишь язык, разминаешь перед интервью, бам, налево, направо, его потом он наполняется кровью. Действительно, это для профессионалов. Поэтому, если у вас такого нет дома, да не проблема, сделайте Кузнецовый аппликатор, сделайте там свои какие-то маленькие гвозди для штапика. Но разгоняет кровушку, разгоняет энергию, очень круто. Брат, ну я хочу узнать, мы только знакомимся с нашими людьми, которые я уже тебе знаю много. Расскажи чуть-чуть, давай в прошлое прыгнем. Ты житель России, где ты родился? Город Москва. Поначалу ты Москва, да, потом дальше. Да, потом всю жизнь до 18 в Магадане. Потом... А как так бывает в Магадане и Москва? Они же далековато. Ну меня просто родили в Москве. А потом вы поехали потом, в Магадан? Потом, да. Родители жили в Москве, в Магадане родили в Москве. То есть в паспорте у меня стоит город Москва. Честно, я отвечаю. Они как-то продумали этот момент, чтобы у тебя красивая строчка была в паспорте. Ты знаешь, будущее. Да, я поздний ребенок, поэтому надо было хорошее, я так понимаю, для мамы медицинское обслуживание, чтобы было да. Все хорошо.
Все отлично. И твое детство прошло в Магадане, на диком, на лютом севере, вокруг лагеря, крытка, мошка, суровые лица. Магадан, кстати, лагерей нету в Магадане. Лагеря все за 100 километров от Магадана. А Магадан, ты считался такой город, знаешь. Там... Чем он жил вообще на тот момент? Ну, это было... Там порт. Порт. А. Там же порт. А какое море? Охотское. Охотское море, Охотка, порт, да, и Магадан. Рыбачки. Рыбаков мало, но это был порт, вот туда везли всех заключенных, и там была администрация в Магадане, вот это вот перевалочная база с продуктами. А железной дороги не было туда? Нет. Они, получается, доставляли все люди туда по морскому пути. А когда зима, все замерзало, ледокол, все, это не к вам. Поэтому раньше все магаданцы всегда говорили, когда ехали в отпуск, они всегда говорили, мы едем на материк. Ну да. Потому что... У вас было ощущение, что вы на острове, оторванные от всей действительности. Сколько населения тогда было, интересно, в Магадане? Там, не знаю, 1100, не больше. Но сейчас, правда, в Магадан приезжают машины, я видел. Но они как-то вот там по зимникам или еще что-то. Я для меня все, что ты рассказываешь, это супер-мега интересно. И до скольки ты был в Магадане? 18, а потом поступил. В Киеве отучился 5 лет. И поехал в Киев. Вообще другая климатическая зона. Ну, это студенческая жизнь 5 лет. Это лучше не придумать. А потом, ты кайфанул. Общаги, пати, девчонки. Самые, говорят, красивые, говорят, там есть. Ну, было, да. После этого... А потом я уехал на Чукотку работать. Еще выше севернее. Да, северная. На Чукотке отработал. Какого плана работы там может быть? Там для атомная тебя станция. Я инженер-строитель. А, и ты с этим работал, да. Что-то секретно, если слово атомное, сразу равно секретно. Нет, это все очень не просто. Нет. И вот там я провел 7 лет, не забываем, потому что Чукотка, она вообще великолепная. Природа красивая. Тундра вообще обалденная. Тундра, это лучше, как степь, да. Но только без травы. Я представляю, с Казахстана у нас степь, мы тащимся. Ты, получается, как бы склонен быть немножечко поближе к природе, подальше от мегаполисов. Такая у тебя не структура внутренняя. Тебе комфортно быть как бы? Я об этом не думал, но вот ты сейчас это сказал. Ну, судя по всему, вот я четко уже для себя понимаю, что большой город душит, убивает, не люблю, не хочу. Хочу вот сюда, в тишину приехать. Вот они пальмы, сидеть, бурундук утром истерику, там павлины. Здесь паркупай, динозавр, дикобраз пришел. Это нравится, успокаивает. Большой город, напряжение, голова болит. Неинтересно уже даже, в принципе. I told about you, mommy, a lot. How I live here and how you cooking. For me and for her, for this lazy Indian girl, every day. Вот мама нам дала только что, кстати. И потом что-то, наверное, семья какая-то, семейное положение. Да, семья. У меня отличная супруга, великолепный сын, ему 31 год. Вот это, взрослый, да? Дядька уже. Да, взрослый. И еще, наверное, кто-то. Да, и чудесная дочь. Она миллениум. То есть рождена вот в 2000 году. Полный комплект. Прекрасный муж, прекрасная супруга. Как, я извиняюсь. Как в Америке принято, я передаю им большой привет. Брат, спасибо. Ребята, спасибо вам за такого супруга, отца, батю. Вот он отсюда приедет, он вас зарядит энергией вот этой своей бродяжной из таких стран, где люди духовно расширяются, разрастаются и становятся, может быть, даже учителями. Гуруджи приедет, новоиспеченный в Америку, сектант. Да, комрады, пока мы разговаривали с Владимиром, конечно, я много узнал о его семье. Мне понравилось, как он отзывается. Это действительно есть в этом чувство, эмоции, поддержка, слаженность. Я узнал, что его жена Марина там, в Америке, открыла свой YouTube-канал. Ссылка будет в описании. Хочу, чтобы вы посмотрели. Может быть, это интересно. Я сам не смотрел, но, как я понял, они живут всей семьей в маленькой квартире, которую в аренду снимают. Пытается как-то выживать. Наверное, это не очень-то просто, на самом деле, быть эмигрантом без денег, без хорошего бэкграунда за спиной. Но, Владимир, кстати, ребят, кто как думает, вот сколько ему лет? Напишите в комментах, вот по чесноку, мне интересно, потому что я, когда узнал, я, конечно, прифигел немножко. И он заплатил за год вперед свою часть за квартиру, и только после этого он ушел в свою кругосветку. Нормальный, добрый поступок, поэтому, друзья, отправляйте донаты, ссылка на YouTube-канал Марины в описании. Продолжаем смотреть интервью с нашим фуд-солджером.
И вот что мы видим, комрады, был человек, жил нормально, растил детей, и вдруг появилась, как появилась идея, как ты оказался в Америке, может какая-то есть предыстория эмоциональная или чисто технически? Получилось так, что я как бы, ну я свободолюбивый человек. Я то тоже, когда, брат. Я когда тоже. Начинает пушить тебя, так. Я могу, конечно, терпеть, но... Наступают определенные моменты, когда ты уже все говоришь, что хватит. Но в свое время я участвовал в этих вот болотных, на площади Болотной. Там... Это какой город? Это Москва, 11-й год, там были знаменитые вот эти... Волнения? Да, демократические, там Немцов выступал. Я там тоже, я не участвовал, я просто ходил туда. Ты считаешь, что ты ходил по ощущению, что ты можешь что-то изменить в этой стране? Да, потому что я был, то есть, ну тогда подъем такой был, понимаешь? Сколько это... тебе лет тогда на тот момент был, что ты? Ну, 11-й год. Был полон таких иллюзий. 11-й год. Ну, вот ты такие вопросы задаешь, я здесь 46 лет, мне кажется. Ну, примерно, чтобы я понял, что, например, плюс-минус мы тогда ровесники. Вот сейчас я не верю в то, что можно пойти на площадь и изменить что-то, даже просто присутствуя, не стоя с плакатом, сейчас я уже это было, это было счастливое время, когда ты мог почувствовать, что ты можешь что-то пойти хотя бы и быть. Ну а после того, как все это не получилось, да, нас тогда бандерлогами обозвали. Обозвала власть или обозвали те, кто вас пинали там и дубинками? Короче, все вас назвали бандерлогами. Ну, в общем, да. И после этого все, я сказал себе, что надо что-то. То есть, в 12-м году я заполнил, поучаствовал в лотерее. На грин-карт ты имеешь? На грин-карт, да. В 11-м, в сентябре. Заполнил, да. Да. И только на себя или на всю семью? На всю семью. На всю семью. Я сказал, что всю семью поедем. Как? Мы еще собаку с собой забрали. Семья поддержала? Ну, ты знаешь, я в этом плане был как бы этот... Авторитарий. Да, да. Папа сказал, мы едем. Пап, я не хочу Америку. Мы любим Америку. Все. С полулета понимаешь, да. Ну, в общем, в 12-м в апреле мне сказали, что мы выиграли. Это было самое счастливое время. Самое счастливое время. Ты не испугался, что, блин, теперь надо решать? Теперь надо принимать решение? Теперь все серьезно. Ты прям обрадовался. Да, это было супер. И через год мы... Вот это круто, правда. Да, и через год мы... Интервью уже было, мы в апреле 13-го ездили в интервью, да. Это было вообще пипец. Мы никому ничего не говорили, никто не знал. Потому что, ну как бы скажешь, что едешь, а про интервью не прошел, потом было... Конечно, да. Конечно. Поэтому мы уехали в Москву всей семьей там. Интервью было на английском или на русском? На русском. Там такие доброжелательные люди, а там американцы в Москве работают. Да, то есть мы прям супер. И после этого нам дали добро, все. Дали добро, нам прислали паспорта с визами. И ты после этого что делает человек, который получает паспорта с визами? Надо все продать? Да. Надо все продать, надо как-то подбить деньги. Тогда еще деньги можно было вывести каким-то легальным, нелегальным путем. Именно так я и сделал, да. Ну, единственная квартира осталась у нас. Все-таки есть, да? Да, там родственники живут, да, родственники. Как происходит дальше? Ты оказываешься в Америке, у тебя никого нету? Никого. И тебе надо выбрать место, где ты будешь жить. Предоставляется любое? Или... Любое. Любое, просто ты такой. Ты открываешь карту вот так вот. Офигеть. В моем случае я просто тогда уже интернет был, открываешь эту карту и смотришь. И выбор мой пал только из одного, что я начал смотреть источники, потому что я вез детей. Да. Тогда они еще были школьники, Да. В Америке можно учиться до 21 года. До 21 года можешь учиться, поэтому... Что мне не сказать? Я в 14 пошел работать уже, трудовая книжка с 14 лет. Так. И, то есть, было первое понимание того, что надо качественное образование дать детям. Они английский знали или не знали? Нет. Вообще нулевые были по английскому? Нет, все были, вся семья была нулевая. Вы все четверо? Да, мы что-то делали там, пытались, какие-то курсы, когда приходишь, вот я рассказывал. И только одно, то, что каждый раз тебе учитель в России говорит, ты good, и ты приходишь, он все говорит, good. Но ты так, совсем не good. Ты совсем, а он говорит good, чтобы ты к нему ходил. Короче. А это за деньги был учитель? Конечно, а как там без денег? Ну, может, какие-то государственные да курсы. Ладно, не, был. Я пишу просто с произношения. American pronunciation. Yes, I mean, I want to get...
У супруги была истерика по поводу того, что она оказалась в стране, в которой даже нельзя сказать, дайте мне вот этот стиральный порошок, она не была. Мужики-то понятно, мы как бы держимся. Да, а вот девочки иногда могут сказать, нафиг мы сюда приехали. Ну, надо отдать ей должное, может быть, у нее было внутри что-то, но она очень стойкая. Она стойко держалась, да. Она очень твою линию, как положено ведической женщине, она поддержала Володю. Вся семья поддержала, вся, то есть... В конце концов, когда мы туда добрались, все напряглись, да. Потому что мы сначала в отеле жили где-то недели две. Угу. Вы офигели от цен, которые там, наверное, сразу огромные. Ну нет, тогда еще не были большие. А, ну по сравнению с Россией, по сравнению с Россией, ну, конечно. И потом там же у нас же не кредитная история, ничего нету. То есть оттуда снять рент, кредитная история. Без кредитной истории не так-то и просто. И поэтому мы взяли втридорога. Но потом через год мы переехали уже в более простое. Вы взяли жилье в аренду. А, да, в аренду. Это был 2013, 2013, да? 2013 год. Что сейчас, как с английским у твоих детей, у твоей супруги и у тебя лично, как считаешь? Значит, я ходил на курсы платные, $25 за этот стоит курс в колледже для начинающих. $25 за семестр, урок? Семестр, это 2 месяца. Семестр. $25 да. Или $25 000? Нет, $25 это специальная программа. Это же бесплатно. Да, ESL программа, которая специально в Америке, в колледжах программа, туда все идут такие, как я, с первого и до шестого доходят. После шестого тебе даются документы, ты можешь идти в колледж уже. На любую вот с этим программу, что ты как бы врубаешься в английский. Я до пятого дошел, но у меня не было желания идти в колледж. Но я до пятого до себя дошел, 4 года я отучился. Ну там вообще, ты понимаешь, для людей, которые вот так вот приезжают, там все сделано. В общем, ты можешь ассимилироваться с местной средой достаточно быстро, адекватно, без напряга, о тебе заботятся, тебе дают время, чтобы ты пришел в себя, чтобы ты сориентировался, подучил язык. Мы взрослые люди, нам не так-то просто учить. Дети как всасывают язык? А дети... Молниеносно. Все. А на второй год уже все. Сейчас разговаривают с акцентом или... Они без акцента разговаривают. Круто, как американцы, знаешь. Блин, мне бы так. Дети все, а мы это все. Притормаживаем. Те, которые 50, тяжело. Акцента никогда не убьешь. Не убьешь. Да. То есть... Все узнают, что ты русский. Ну, моментально. Вот. Не, ну то, что русские, они не знают, но просто они спрашивают. Что за акцент? Я говорю, ну, что, русский акцент, ну что. Почему я так уточняю, заостряю внимание, вы знаете, мы фанаты изучения английского, мы делаем тут английский клуб и в Гоа, и моя идея вообще, что это круто, когда ты в 45 не залип на сериале дома в своем микрорайоне, а ты вдруг встрепенулся, поменял страну, и как будто ты заново начинаешь. Это бодрит же, да, ощущение? Это же за одну жизнь прожить две жизни. Рэм, ты говоришь... Настоящая истина, постоянно. То есть, вот, ты уже второй раз сказал именно то, что как вот я думал. То есть вот именно то, что у меня было. Когда мы приехали, никого не зная, с нуля мы начинали свою жизнь. Да. Нам дали второй шанс. Да. И мы делали это. И как бы и все совершенно новое, другая вселенная, просто... другие люди, другой язык. Вы представьте, ты такой прилетаешь. Для меня это всегда было как Люк Скайуокер путешествовал в «Звездных войнах» между планетами. Я думаю, так же и наши ребята, которые из российской действительности уезжают в другую страну. Не обязательно в Америку, в любую. Вот я просто про Индию на себе, я уже 17 лет здесь, и поэтому я вижу в Володе то, что и там примерно такой же расклад. Ты нашел работу там? Да, мне сразу помогли ребята, белорусы. Все-таки какое-то общение у иммигрантов там имеется, вы друг друга не через школу познакомились, потому что перед тем, как пойти в школу, мои дети должны были год отучиться в первоначальной школе обучения английского на этом уровне. Okay. И там была учительница русскоязычная, она тоже из Казахстана, кстати. Пронырливая везде, уже там она учительница. И вот уже через нее, ну она уже долго там, вот через нее она посоветовала, к нам приехал молодой человек, Сергей Сокол. Извини, перебью, ты не назвал город, в который вы приехали? Сиэтл. Да, Сиэтл, это штат? Это штат Вашингтон. Штат Вашингтон на севере, получается, Да, на севере, там канадская граница. А почему Сиэтл? Потому что штат Вашингтон, как я... имел самое лучшее образование для детей. Да. То есть,
Это для тебя бы важный критерий. Это первый критерий. Поэтому, ребята, если у кого-то сейчас примерная ситуация, вот Сиэтл, Вашингтон, там хорошо детей поднимать, и мы как в дальнейшем узнаем во второй части этого видео, все бомжары со всей Америки туда стягиваются, потому что там есть льготные условия по размещению и расширению, да вообще по всему. Камрады, видео будет состоять из двух частей, это первоначальное, мы закончим, следующее видео будет послезавтра, потому что завтра я выпускаю видео по челленджу «Цифровой детокс». С 1 марта на 11 дней я прям включаюсь, первая будет утренняя тренировка по воркауту, обязательно чтение английского. Почему оно произойдет? Потому что я найду время наконец-то на чтение книги. Потому что я исключу залипание в экране в телефоне. Вот моя идея о том, чтобы я должен как минимум 2-3 часа в день для себя вернуть, для жизни. Я живу в Гоа, но на самом деле, ребя, я живу в телефоне. А я этого не хотел. И четвертое, это вечерние прогулки перед сном. Я это буду снимать, вы посмотрите. Для подробностей в телеграм-чат. Я соскучился по челленджам. Ты челленджуешь? А это как? Вот так. А вы, чтобы узнать, а как этот, зайдете в телеграм-чат. Наша королева. Так, в темпле чистка, давай, да. Брат. Что еще происходит там у вас? А, и там, outside, I got some candle, you know. Candle, we know. Продолжим королеву такой. Репетировать. Давай очень вопрос. Хочется мне с собой это взять, конечно, я понимаю, что это тяжело. Это а бери вообще, можно, без, да? Проблем, да. Какие-то снова... вещи, которые ты прям чувствуешь, они, да, к тебе прилипают, ты их просто берешь, невзирая на лишние граммы, и уходишь. Вот у меня такой Ганеша, мне его передали тоже в одной пещере, я просто понял, что он со мной, и все, он для меня, и мы теперь здесь живем, дружим, и массажируем снахи голову. Обнимайся.